Сейчас я прилетела к Михаилу Гребенщикову. Мишаня, спасибо тебе за это. Здесь есть и твой, и Петин труд. Ваша студия топ. Что раз бриджем вариантик давайте. Великий композитор, поэт, песенник. Великий диджей. Заметен интеллект, это только кажется. Самая красивая девочка в классе. И нет никого меня прекрасней. Когда откроет двери этот куплет, мы джама духу верим, джама духу. Бум-бу-дым, разнос на флоу, чипро микрон, миллион. Голос гибук, но лимитед, голос трущоб, но лимитед. Она настоящая! Они настоящие? Смотри. Тая на ладонях, вот, чуть дыша. Вот эту последнюю ноту и говорю, не глотай ее. Сердце любило, милый мой. Сердце любило, милый мой. Счастье приходит не спеша. Или не... Никита Борисович знакомится с творчеством исполнителя «Шаман». Сань, ты поставь хоть три песни. Любимая, любимая, любимая. Мне говорят, ты сошла с ума, а я говорю, разберусь сама. Уж я как-нибудь обойдусь без вас, раз дело касается серых глаз. Может, что-то и было, но я забыла. Разлюбила и сказки конец. Дон Кихот переносит. Шоку, 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 мама. Мама, 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 шоку, мама. Я слышу? Опять приперся. Когда вот продюсер вернет тебя. Да могут... приглашать на гастроли. Опять приходят и уходят поезда. Опять встают и засыпают города. Себя вели. В студии сегодня Ромарио. Мы очень хорошо себя вели. Эвелина подписывает свой календарь. Вот это да! Хватит зевать! Мы записали сегодня мюзикл. Солнечная азбука – это оригинальная музыка, оригинальные слова, оригинальный сюжет. О, Паша зашел! Чего у тебя пахнет? Усы-то какие отпустил! Чего ты ешь, блин? Ты как белорус! Что за прическа? Что за волосы? Подозрительно, Паша! Нам не холодно, вместе нам горячо. Сегодня на студии Кристина Юдичева, актриса театра и кино, также девушка-каскадер. Ну все. Вызвал на батл Антона Зацепина.
Вот Елена Терлеева пришла. Ходит здесь, Берникова встретила. Да. Как он красиво смотрится. Практически Шнитке и Сальери. Вот, Фрося, вот, вот, это, вот тут Русь, вот тут Русь. Группа «Куклы Крю» готовится сегодня приехать на вечеринку и показать свой новый, первый, самый крутой клип в истории, который снял Михаил Гребенщиков. Счастливы! Ну, спасибо вам, что посетили. Да ладно? С удовольствием всегда. Наши сроки стулья. Да ладно? Все хорошо у вас, Лилия. У вас люди лучше, чем у кого-либо. Скажу честно. Спасибо, пока. Вообще ничего не помнишь?